Новгородцы – одни из лучших. Три наших фестиваля победили в конкурсе Russian Event Awards. Итоги национальной премии в области событийного туризма подвели в Нижнем Новгороде. За победу боролись около 200 проектов из 44 регионов страны. Фестиваль «Славиша» стал победителем номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов». Одним из лучших туристических событий в области культуры стал музыкальный фестиваль «Кинопробы Солстис». В этом году он прошел в Акуловке уже во второй раз и в финале занял второе место. С точки зрения исторической направленности, специальным призом отмечен военно-исторический фестиваль «Забытый подвиг. Вторая ударная армия». Как подчеркнули в туристическом офисе «Русь Новгородская», победа в номинациях национальной премии даст области много дополнительных информационных плюсов. Это включение в национальный календарь событий, статьи в российских журналах, а в итоге привлечение новых туристов.